22 июня 1941 года – одна из печальных дат в истории страны. 75 лет назад началась самая кровавая и жестокая в истории человечества война, унесшая миллионы жизней, разбившая миллионы судеб, осиротившая миллионы детей. 22 июня. Эту скорбную дату мы отмечаем как день памяти, день гордости и скорби о тех, через чьи жизни прошла жестокая война, о тех, кто, не пожалев жизни, не вернулся с кровавых полей сражений за свободу и независимость Родины. Уважаемые ветераны, уважаемые жители города Гая, молодое поколение, 75 лет назад фашистская Германия без объявления войны напала на нашу страну. Гитлер рассчитывал за 3 месяца покорить всю европейскую часть Советского Союза, вплоть до Урала. Но гитлеровская армада встретила ожесточенное сопротивление советского народа. Началась самая ожесточенная, самая кровопролитная война. Она продлилась 1418 дней и ночей. Минули десятилетия. Но подвиг советских воинов остался навеки. Вечная память тем, кто не пришел с фронта. Вечная память тем, кто не дожил до сегодняшних дней. Низкий поклон вам, ветеранам. Низкий поклон труженикам тыла, кто ковал победу в тылу. Весь село бежалося по траве муравушки, дождиком омытые с ног до головы. Но война нагрянула и на детские плечи злое лихолетие многое легло. Смех и наше детство войной унесло. Быстро мы взрослели, много с нас просили, и дорожка дальняя из дома увела. Малую-то родину навсегда покинули. Детство босоногое снится иногда. Спасибо. Наши отцы и деды беззаветно сражались и умирали за Отечество, за Россию, за себя и своих родных. Поэтому выстояли и победили. Воздадим дань павшим в Великой Отечественной войне минутой молчания.